волки. Вот самая главная проблема – это волчий вопрос. Потому что начали оленей давить. Ну, не знаю, как он давит. Он идет, давит. Еще 3-4 года, и наши потом дети, ну, кто после нас останется, они этого живых уже не увидят. Позапрошлом году туго было, когда мы объявили, ну, чуть ли не чрезвычайную ситуацию. Главой республики принято решение там назначить премии для волчатников. Позапрошлом году 100 с лишним, прямо в одно время, одно вот стая волков загнала 1700 оленей, оттуда 3 около, более 100 оленей она упала в сетку. Но ни одного оленя не тронули. Вот такие моменты. Это получается, что они, если вы на нас охотитесь, начинаете охотиться, вот вам и, ну, типа как такого. Республиканские власти помогают. Ну, эту премию я получил как за наибольшие. Ну, как охотник-промысловик, волчатник. Вот премии они уже повысили. Вот в нашем районе до 20 тысяч, и республиканский бюджет тоже 20 тысяч уплачивает премии. Это большое количество лосей, здесь 5 километров, 5 лосей. Это очень большое количество скопления было. А что творится в лесу, который мы еще не видели вообще, сколько там их лежат, мы это не знаем. Вот. Лучший способ добывания волка все равно это ядом надо, яд. Этот яд запретили, численность волков в разы возросло сразу. Начали капканами. Капканами тоже неэффективно. Чтобы снег был, маскировка самое главное. Но обычно где-то проходит, ну, самое большое, недели через две они вот подходят обратно уже. Иногда прихожу, капкан лежит, и лапа отгрызанная. Все. И он уходил уже на трех лапах. Разводят они как бы своему потомству, как-то у них звериный инстинкт есть такой. Вот они начинают как бы мстить, начинают домашних оленей давить. Ну, не важно, что они сытые, они еще отсюда вдруг, их очень много нынче развелось. Ты это, мясо взял уже, да? Взял. Ну все, им пожаришь, один большой кусок оставь. А потом приедем оттуда, будем кушать. Так, а с километра бороты? Ну, это мы сейчас оттуда 11 километров по речке, что ага. До устья нуля. Ага. И оттуда километров, ну, 5-6, наверное, вверх еще.
Вот, с Егором Дичковским. Там желание изъявил, охотится. Работал парашютистом авиалесоохраны. Много не говорит, больше работает. Стабильно, стабильно, стабильно. По рычагу вверх идет, по рычагу вверх. Я бордым, ага, бордым. Ну, наской. Кишки едель поближе. А вверх, Ну. Переблой, да? Ну. Приятно. Где обезграли, где пить, да? Сейчас это у нас летит. Подожди, так. Ты будешь завязывать. Вот так вот взял, вот так вот, и все, гуманных. Голову волка ведем на весь станцию, лабораторию. Если болезни нету, ставится печать их на выписывание свидетельства. Мы же не полностью, просто мы регулируем. Вот у нас Алданский район, это промышленный район. Вот газопровод собирается строить, железную дорогу построить. Это все влияет на диких животных. Четверо. Ага. Я не кишагал им тут. Да, документ на рахову валвар. Когда приезжаю, на людей смотрю,
суета, сует. Туды, сюды, туды, машины. Ну и себя как-то чувствую не в своей тарелке. Он-то свежий, воздух какой-то тяжелый. От дедов, от отца покойника. Ну, а здесь как бы, занятие это как по крови у меня уже идет. Это как по крови у нас как-то.